Скажите, что сегодня за акция проходит в Ивангороде и на что она направлена? Расскажите. Сегодня мы проводим акцию «Шпаргалка для пешеходов». С помощью трафаретов и краски мы наносим надписи «Уберите телефон», «Посмотрите по сторонам», «Возьмите ребенка за руку» возле пешеходных переходов. Эта акция направлена на профилактику ДТП и детского дорожно-транспортного травматизма. Но у вас есть надежда, что люди прислушаются, водители и сами люди прислушаются к вашим призывам? Конечно, да. Эта акция проходит не только у нас, эта акция проходит и в других городах России. То есть она действительно действует, то есть люди задумываются, они смотрят, надписи короткие, и человек может быстро ее прочитать и принять решение, взять ребенка за руку. То есть эта акция действительно хорошая.